такой, самолет как летит, но мы его не видели. Вот его не видно было. Он кружил, кружил, потом свист такой и грохот. Один и второй. И все, и появился дым. Ну и все. А что тут было? Побежали, посмотрели, сказали, мост взорвали. Нам война не нужна, нам ничего здесь не нужно. Поэтому дай бог, чтобы все было хорошо. Но я думаю, что будет хорошо, раз у нас в стране Путин. Я его уважаю, я его просто обожаю, поэтому умный человек. Как только я услышала, что происходят активные действия, которые меня испугали в субботу, то я побежала закупать продукты в магазин. Я очень против. Против всего, что происходит. Я считаю, что должен быть мир. Мы не можем сейчас это осуждать или не осуждать. Мы не знаем всех моментов до конца, так же, как и вы. И как и все, впрочем. Время покажет. На сегодня, если это действительно так, если действительно это предательство, ну это как бы маленькое предательство. Предателей мы не любим. Те, которые остановились, они в принципе же остановились. Следовательно, у них в голове что-то есть, и они, так сказать, любят... Здравый смысл победил. Да, победил, а это самое главное.